Союз боевых искусств и Союз журналистов Подмосковья организовали серию семинаров по самообороне для сотрудников СМИ. Четвертое занятие состоялось в зале дзюдо школы «Союз» в подмосковном Дзержинском. Сейчас вам покажут некоторые ситуации, в которых вы можете оказаться, и вы научитесь и увидите, как реагировать на эти моменты. Руководитель Орловской федерации киокушинкай каратэ-до, обладатель 4-го пояса и 4-го дана Юрий Семенихин показал приемы самообороны, применяемые в различных ситуациях, дал рекомендации, как правильно реагировать на агрессию хулиганов. Наша работа требует отличной физической формы. Она требует выносливости, она требует психологической устойчивости, она требует реакции сильной. И все это дает спорт. Программа по самообороне Юрия Семенихина адаптирована для работников СМИ, врачей скорой помощи и подростков. Ранее занятия проводились журналистами Екатеринбурга, Свердловской области, Уфы, Башкирии.